которые у нас на сайте размещены, где полностью есть весь перечень всех предпринимателей, и которые на сегодняшний день все, абсолютно все до единого. У нас их, а я даже взяла с собой, значит, вы можете зайти на сайт управления охраны здоровья, как мы показали уже по этому ссылочке, там это все есть. Есть и сроки аренды, есть и площадя, есть и стоимость арендной платы одного или второго предпринимателя. Значит, скажу вам так, что все лечебные учреждения являются самостоятельными юридическими лицами. И, значит, самостоятельно ведут хозяйственную финансовую деятельность. В том числе они самостоятельно сдают высвободившиеся помещения, которые у них свободны по ту или иную деятельность. Значит, все помещения сданы, которые сейчас в аренде, они сданы согласно действующему законодательству. То есть через единое окно, через объяву. Что значит конкурсы? Конкурс, значит, объява обязательно подавалась на конкурс. То есть как бы проведение конкурса предполагалось, но если на конкурс не подавалось более двух заявок, то, естественно, конкурс как таковой проводил и получал при, ну, тот человек, который подавал, получал то место, где, на которое он подавал. Значит, опять-таки, все отчеты по проведению и заявок, и конкурсов тоже отчитываются все на сайте городского управления охраны здоровья, там, где вы можете это все увидеть. Кроме этого,